a man, a brother. Somewhere you will find a place where men live without fear. Somewhere, if you keep on running, someday you'll be free. Running for the snare, onto fear is a habit. Hurry on and on and on and on. Hurry on and on, hurry on and on. Run and run and run and run and run until you know you're free. Run to the end of the world till you find the place where the never, never, never. Ты Гулик? Я ждал вас. Выглядите потрепанными. Прошли 300 миль. Из Техаса пришлось быстро уходить. Так быстро, что загнали лошадей. Еще одна миля пешего хода нас бы тоже добила. Но мы все-таки дотащили добычу. Проблема в том, что Корби следует прямо за нами. Не будь дураком. Мы сейчас в Колорадо. И Корби уже не доставит нам неприятностей. А что скажешь ты? Остаться здесь — хорошая или плохая идея, Гулик? Для тех, кто вне закона, плохая. Особенно если они разыскиваются за убийство. Они их вешают, так же, как и в Техасе. Если вы не верите мне, спросите Гулика. Кто ты такой? Ты еще не понял, идиот? А мы думали, что он позади нас. Он был впереди все это время. Это он. Это Джонатан Корбет. Если бы у меня была пуля. Всего одна. Thank you.
Кажется, он не понял правил. Ну а ты? Решетка? Или револьвер? Я вызываю тебя, Корбет. Не убивай меня, Корбет! Я не виновен! При ограблении я ни разу не выстрелил! Мне всего 30! Не убивай меня, пожалуйста! Расстегни ремень. Никогда не думал, что увижу эту стену пустой. Да, сеньоры. В нашем штате могут жить только хорошие люди. Все плохие встретятся с великим Джонатан Корбетом. Он так хитер, что ему не надо гоняться за бандитами. Они сами приходят к нему. За тебя, Корбет. Сейчас, если ты только захочешь, можешь стать сенатором. Не будет больше перестрелок, не будет больше свистящих пуль, не будет больше преследования бандитов в горах. И что лучше всего, не будет больше убийств. Сколько еще мы должны ждать? Все уже готово, мистер Брокстон. Не двигайтесь. Не двигайтесь. Здравствуй, Корбет. Как дела? Хорошо, спасибо. Могу я представить мистера Броксона? Я много слышал о вас. Серьезно? Не так много, сколько я знаю о вас. Миллер, я бы предположил, что как у отца жениха у вас много забот. О, да, да. Прошу извинить меня, джентльмены. Ну что ж, это мой секретарь, мистер Линч. А это капитан фон Шуленберг, чистокровный австрийский барон. Мой телохранитель. Ваше имя хорошо известно в Техасе. В Австрии оно также известно. А, профессиональный этикет. Высокая похвала. Барон был лучшим стрелком в Европе. 23 дуэли, 23 вдовы. Мои поздравления. Спасибо. Уверен, ваш результат лучше. Кажется, барон хочет, чтобы вы продемонстрировали свои навыки. Я прекратил играть с оружием, когда мне было 10. Когда я воспользовался револьвером, потому что не было выбора. Ну что ж, вы познакомились уже с кем-нибудь? Ах, Мелисса. Она восхитительна, вы согласны? Возможно, вы видели ее в театре. Она произвела настоящий фурор. Как видите, я окружаю себя только лучшими в каждой области. Мы можем прогуляться?
Корбет, я слышал, у вас есть политические амбиции. Друзья хотят втянуть меня в политику, но я не думаю, что у меня много шансов. Вы себя недооцениваете. В Техасе вы гораздо популярнее Дэви Крокета. Вы очистили эти земли от преступников. Это полностью ваша заслуга. Также вы одно время были шерифом. Неофициально. И к тому же ненадолго. Мой салон с азартными играми приносит больше прибыли. О, не знал, что у вас есть салон. Салон, но неудача. Я всегда проигрываю в покер. Я также узнал, что во время войны вы были полковником. Целых 10 месяцев. Это тоже долго не продлилось, пока не избился на генерала, и через час был разжалован солдата. Ну что ж, есть светлые и темные полосы в жизни каждого человека. Но история сохраняет светлые стороны и отвергает темные. Корбет, у меня есть соображение по поводу вашей репутации. Вы без проблем получите место в Сенате. Знаете, что вам нужно? Вам нужен кто-то, кто возьмет на себя большую часть расходов на компанию. Кто-то вроде вас. Точно. Зачем? Корбет, я не пытаюсь вас купить. Вы и только вы можете помочь мне реализовать грандиозный проект. Строительство железной дороги из Соединенных Штатов в Мексику через Техас. Единственное, что мне нужно, это человек вроде вас в Сенате, чтобы поддержать меня во власти. За один день железная дорога даст рывок штату на 20 лет вперед. Вас действительно интересует развитие страны? Скажем так, я строю дорогу и делаю миллионы долларов. Но только я могу ее построить. Ну что скажете, сенатор? Согласен. До тех пор, пока мы понимаем друг друга. Я заинтересован в прогрессе, не в вашей прибыли. Вполне достаточно. Фотографу, una fotografia qui, subito! Фотограф, сделайте фото. Итак, можем мы... Не двигайтесь, пожалуйста. Привет, Чет. Приветте, братья Маккой. Где вы двое пропадали? Извините, что пропустили торжество. Мы были на пустыре. Девочка Бейкера, ей только 12 лет, она была изнасилована и забита до смерти. Мы нашли ее тело пару часов назад. Вы знаете, кто это сделал? Мексиканец, молодой бродяга по имени Кучильо Санчес, по прозвищу Нож. Мы преследовали его 12 миль, но он слишком хитер, чтобы быть пойманным. Он двигается на юг. Может, он заметает следы, хочет затеряться среди мексиканских рабочих. Мы отправимся за ним. Конечно, шериф организует преследование. Где Джеллико? Джеллико! Я здесь. Ты все слышал? Да, сэр. Офис шерифа на ночь закрывается. Джеллико, тебя не волнует звезда шерифа? Миллер. Какой смысл посылать 13 человек, когда у нас есть один, который все может сделать сам? Все честные люди будут благодарны тому, кто приведет убийцу к правосудию. Я приведу вам мексиканца. Я приведу мексиканца как свадебный подарок. О, великодушный Корбет! Все указывают на тебя, да? Это дело сделает тебя моим почетным заместителем. Зачем мне это? Звезда становится твоей судьбой. Теперь ты связан с законом. Ты станешь легендой, друг мой. Носи ее. Звезда может пригодиться. И осветить дорогу твоим планам? До завтра. Корбет, тебе не нужна информация о мексиканце? Его имя Кучильо Санчес, и он следует на юг.
Кто там приехал? Американец. Кто он? Джонатан Корбет. Он охотник за головами. Осматривается вокруг. Смотрит сюда? Пока нет. Включили здесь? Эй, сеньор! Я могу вам чем-то помочь? Когда кто-то говорит со мной, я хочу видеть его лицо. Будьте осторожны, сеньор. Вы видите, он хорошо обращается с ножом. Где он? Он в кресле цирюльника. Отойди, цирюльник, мне нужен человек в кресле. Вставай, Кучильо. Ты ведь цирюльник, верно? Тогда побрей меня. Путь, братья! И услышьте слово Божье! Вперед! Эй, цыгане, сборище свиней, все вы! Заберите мою жену, отдаю ее тебе! Эй, парни, поглядите туда! Надо же, кого принесло в наш город? Великий-великий Корбет с добычей. Кто это? Кого поймал? Большую шишку? Не очень. Его имя Кучильо Санчес. Он был нужен мне живым, но пришлось убить в драке. Это не Кучильо. Парень очень на него похож. Это Пако Малинос. В том месяце приговорен за грабеж и убийство.
Долг полностью выплачен. Аминь. Выходит, что ты взял не того человека. У него такая же одежда. И когда я нашел его, он был на моей лошади. Ну что ж, если все было так, можешь прекращать искать Кучиля. Этот нашел его первым. Прямо сейчас сервятники обгладывают его кости. Кажется, ты потерял что-то? Да, звезду шерифа. Может, потерял или может выпало. Что-то вроде того. Что случилось? Выглядишь беспокойным. Так и есть. Я думал, что этот парень Кучили. Ладно. Пойду сниму комнату в отеле. Завтра я уеду. Здесь больше нет отеля, здесь больше нет ничего. После того, как закончилось золото, те, кто мог уехать, бросили здесь все. Но в качестве одолжения я дам тебе койку в первой камере. Конечно, для друзей есть другой вариант, если хочешь. Самое лучшее в моей работе то, что знакомишься с разными людьми. Вчера у меня был мексиканец, он сказал, если знаешь кого-нибудь, кто похож на меня, я дам ему револьвер и лошадь. Можете представить. Я спросила, зачем? Потому что я хочу повеселиться. Не можешь поверить. Он правда отдал. Подойди. Конечно, если мы уже поболтали. Где ты взяла это? Кто тебе это дал? Убери руки. Кто тебе это дал? Мексиканец, тот, о котором я тебе говорила. Когда? Вчера, около полудня. Какая тебе разница? Как он выглядел? Манеры лучше, чем у тебя. Уж будь уверен. И лицом гораздо приятнее тебя. Гораздо. Более симпатичный. Более тактичный. И гораздо богаче, чем ты. Он сказал мне, что если бы ему не нужно было уходить с мормонами, он бы остался со мной на всю ночь. Нужно было и пригласить его остаться со мной. Какой мужчина? Эй! Что за хам? И здесь мы останемся на земле обетованной. Пусть эти слова будут вам утешением до конца путешествия. Позвольте божественному провидению защищать нас, и да будет мир с вами. Идемте, дети мои. Если я уберу руку, будешь вести себя тихо? Скажи мне, с вами едет молодой мексиканец? Да. Добрый друг, который уважает закон Божий. В каком он фургоне? Я предложил ему свой. Но прямо сейчас он набирает воду с маленькой Сарой. Маленькой Сарой? Сколько лет Саре? 13. Почему ты спрашиваешь? Потому что мексиканец разыскивается за убийство маленькой девочки. Эй, Сара! Иди в воду, давай поиграем. Пойдем. Посмотришь на маленьких рыбок. Здесь мелко. Иди, Сара. Здесь можно достать до дна. Видишь, иди сюда. Нет, не хочу. Ну давай, иди сюда. Слушай, давай поиграем в игру. Ты будешь девочкой-мормонкой, а я буду волком. Ух, какая милая штучка, Сара. Присоединяйся. Иди ко мне. Сара, come on.
А, вот что это значит? Ты хочешь играть? Хорошо. Вставай, Кучиле. Я прямо сейчас могу легко убить тебя. Пожалуйста, не надо, не грабьте нас, сеньор. Я клянусь, я бедный мексиканец, родом из Гваделупы. Имейте сострадание, не убивайте меня. Он хочет ограбить нас. Пожалуйста, не разрешай ему, не позволь ему. Пожалуйста, скажи, что ты это имела в виду. Это правда. Он хотел нас ограбить. Он был бандитом, скажи, так, пожалуйста. Да, да, он был бандитом. Но хуже всего, он был идиотом. Адиос, чика. И спасибо. Прощай. Сара, что произошло? Я застрелила его, он был бандитом, он хотел ограбить и убить нас. Успокойся, Сара. Дай мне взглянуть на него. Кажется, ранение несерьезное. Кучирио. Где Кучирио? Парень сбежал. По крайней мере, я оказался здесь до того, как он навредил твоей дочери. Моей дочери? Сара. Сара моя четвертая жена. Эй, ты кто такой? Просто бродяга, который не задает лишних вопросов, сеньор. Я здесь потому, что мой желудок пуст. Уходи! Катись к черту. Да, сеньор, но кто будет делать работу за этого человека? Может быть, я? Мне много не надо, но мне нужна работа. У нас нет работы для мексиканцев. Vamos. Нет, подожди. Если он хочет, он получит работу. Майку понадобится время, чтобы подлечиться. Есть что-то, в чем ты лучший? Я лучше во всем, что делаю, сеньора. Может быть, посмотрим. Человек голоден, дайте ему еды. Почему я? Это приказ. Хорошо, сеньора. Feel
Набрался силы для работы. Так что могу остановить быка голыми руками. Хорошо, посмотрим, на что способен. Ну, у кого есть идеи? У нас есть старый Барни. Он сейчас на заднем дворе. Да, у нас есть старый Барни. Мы ждали тебя, ковбой. Это старый Барни. Ты ведь сказал, что остановишь быка голыми руками. Давай, докажи это. Что, видели? Пойдем со мной в дом. Ты можешь отдохнуть. Я отведу тебя. Пошли на хуй. Иди сюда. Ты мне приказываешь? Это должен быть мой приказ, как и остальные. Ha ha ha!
Что ты делаешь, мистер? Я забираю этого человека с собой. Он принадлежит нам. Его ждет виселица. А мы тут при чем? Он разыскивается законом. В этих горах нет закона, кроме пуль в наших револьверах. Оставь его. Я уже сказал, я забираю Кучилио. Тебе уже сказали, он никуда не пойдет. Убирайся или умри. Остановитесь! Мужчины, уберите оружие. Мои люди сами виноваты. Они не должны были тебя провоцировать. Сеньор Корбет. Мне кажется, я должна перед тобой извиниться. Я не хочу, чтобы ты думал, что мы живем здесь как дикари, и что мы забыли правила гостеприимства. Идем в дом. Этот? Ты можешь забрать его. Отведите его в безопасное место. С ним все будет в порядке. Чтоб тебя поджарили черти, чтоб твоя собственная мать жалела, что ты родилась. Хотите чая? Вот так я и стала вдовой в одиночестве на этом отдаленном ранчо. Здесь очень одиноко женщине, в особенности женщине, обучавшейся тонким манерам. Вы двое можете идти. Эти люди говорят и ведут себя как животные, ты же видишь. Трудно заставить себя их уважать. Ты неплохо справляешься. Чем они занимаются? Она осталась с ним наедине. Видишь, она нашла себе другого, бедняга. Готов поставить на то, что она и минуту не подождала, когда они ушли. Закрой свой рот. Парни, мне очень жаль вас, пока вы тратите время на меня, а они там одни. Здесь вместе с вами. Я выгляжу таким же идиотом, какими выглядели вы. Сейчас он целует ее нежную белую кожу, а она проводит руками по его спине. Скоро она отдастся ему, и он заберет себе все. Я убью тебя, если ты не заткнешься. Лучшее, что могло случиться, это то, что мы встретили друг друга. Что ты хочешь сказать? Это же очевидно. Интимные игры. Но чтобы в них играть, мне придется убрать свой револьвер. Похоже, этот черт прав. Конечно, я прав. Разве вы не видите? Это только начало. Он быстрый стрелок. Он всегда берет то, чего захочет. И она хочет, чтобы он здесь остался. Если он останется, станет вашим боссом. Боссом навсегда. И избавится от вас всех один за другим. Ну и от меня тоже. Вы знаете, зачем он пришел сюда? Если я вернусь в Гринго, они повесят меня. Но если мы дадим ему отпор, мы можем остановить его и даже убить его. Если мы так сделаем, я говорю вам, все в ваших руках. Мы дождемся, когда он выйдет, тогда пристрелим его. Дайте мне оружие, и мы можем убить его вместе. Ну что скажете?
Слушай, Амиго, тебе лучше не врать. Мы будем следить за тобой. Смотрите, я убью его до того, как вы успеете выстрелить. Что? Хорошая идея. Надейся на это. Надейся. Здесь нужен мужчина. Сильный мужчина. Такой, как ты. Оставайся здесь, Корбет. Нет. Тебя не может удовлетворить один мужчина. Тебе слишком нравится быть чиленой королевой. Я видел, как ты смотрел на того мексиканца. Но тебе нужен только по одной причине. Ты можешь убить его своими руками. У тебя есть только одна цель. Почему убивать так важно? Я бы предпочел остаться друзьями. Я могу остановить их. Назад! Если не начнешь стрелять, следующим будешь ты, мексиканец. Послушай, пока вы отвлекаете его, попробуй обойти его сзади. Хорошо, давай. Держите его под огнем. Адьос, Кучилья. Прощайте, американцы. Вы тупицы, это детский трюк, чтобы мы потратили свои патроны. На сей раз не манишь. Где ты? Вылази, покажи себя, я здесь. Нет. Нет, подожди, пожалуйста. Не бросай меня. Мне страшно. Не бросай меня. Пожалуйста. Не бросай меня здесь одну.
Как вода. Неплохой вкус, Кучили. Минуту назад вкус был лучше. Я ждал тебя. В 100 милях вокруг. Вода есть только здесь. В следующий раз, когда украдешь лошадь, укради и флягу. На землю. Спокойно. Ты дерьмо. Смело только с револьвером, без него ты никто. Ублюдок. Ты это мне говоришь? Не будь позади этих глупых свиней, у тебя не было бы шанса поймать меня. Я бы заставил тебя побегать. Ты бы сам никогда не поймал меня. Ты слышал? Никогда. Сам бы ты не поймал и хромой улитки. Беги! Когда я закончу завтракать, я сяду на лошадь и догоню тебя. Воняешь, будто вышел из гнилой утробы матери. Голоден? Ладно, даже животным нужно есть. Держи. Зачем ты достаешь меня? Я ничего против тебя не имею. Это закон, который ты нарушил. Так это все. Чего надо от меня закону? Хочешь сказать, ты не знаешь? Я знаю закон. Он говорит, что мир делится на хозяев и рабов. В моей стране есть такой закон. Никто не знает, кто его написал, но все живут по закону. Потом пришел Хуарес. И он сказал, что мы можем все изменить. Каждый может стать добрым, люди должны перестать ненавидеть друг друга, и все мы будем ходить свободными. О боже. Все думали, что это долго продлится. Но ничего не изменилось. И ты опять начал по новой. Хорошо, что меня всегда останавливают. Ты не представляешь, сколько у меня забот. У меня есть семья. Три ребенка. Денег не хватает, чтобы накормить всех. Моя жена святая, она работает с утра до ночи прислугой в церкви. На твоем месте я бы сказал, этот человек должен быть свободным. Если я был на твоем месте, я бы сказал то же самое. Но я бы не был таким тупым, чтобы подумать, будто мне кто-то поверит. Слушай, а ты не забыл меня поблагодарить? Я помог тебе на ранчо, помнишь? Ты хотел сбежать. И выгадывал себе больше времени. Ну а если бы я тебе не помог? К тому же я не могу убить человека, если бой нечестный. Я не могу. Ну а девочку 12 лет? Ее ты смог? Покойся с миром, маленькая змея. Ты видел ее. У тебя укус. Если хочешь, я могу помочь тебе. Есть только один способ извлечь яд. Не будет мудро извлечь его, пока он тебя не убил. Ты же понимаешь, что времени мало. Надо быстро. Еще одна минута, и может быть слишком поздно.
что скажешь? Кажется, этого мало. Надо прижечь, чтобы закрыть рану. Да. Рану точно нужно прижечь. Вставай. Развернись. Без трюков. Только не я. Я же сказал, что не могу хладнокровно убить человека. Надеюсь, сейчас ты мне поверишь. Продолжай. Через пару минут я все равно буду мертв. Видишь? Вот это укусило тебя. Держи, он твой. Хочешь? Если ты не убьешь меня прямо сейчас, это будет твоя последняя ошибка. Но убить тебя еще большая ошибка. Если я убью тебя, они пошлют за мной другого человека, который гораздо умнее тебя. Гораздо. Как бы то ни было, ты мне должен. Я мог убить тебя, но не сделал этого. С этого момента у нас открыт общий счет. До следующего раза, запомни это. Но другого раза не будет. Ты никогда меня не благословите меня, святой отец. Нет.
easy, mister. Спокойнее, здесь много, не захлебнись. Спасибо. Ты похож на человека, который совершил ошибку. Как долго ты скитался? 4-5 дней, я не знаю. Расслабься. Тебе нужно отдохнуть. Я преследую человека. Преступника. Ты должен дать мне лошадь и оружие. Ты, должно быть, шутишь? Он следует в Мексику, и я должен поймать его прежде, чем он пересечет границу. У меня нет при себе денег, но любой шериф в Техасе поручится за меня и заплатит. Меня зовут Корбет. Джонатан Корбет. Хорошо, Корбет, я постараюсь тебе помочь. Тебе нужно подняться в фургон и немного отдохнуть. Мы едем в Калифорнию. Но как только мы достигнем первого города, ты можешь... Я теряю время, мне нужна лошадь сейчас же. Лошадь? Ты предлагаешь мне выбросить год работы? Ты предлагаешь мне оставить семью без защиты? Пока ты будешь гоняться за бандитом по пустыне? Пусть катится в ад твой бандит. Дай ему уйти. Кто-нибудь другой поймает его. Если он уйдет в Мексику, ты не понимаешь, он свободен? Нет. Не понимаю. Ты можешь пойти с нами. Можно написать соглашение, если хочешь. Я сожалею. Оставь нас в покое. Черт! Ты бы хоть пошумел за воротами. Еще минуту, я бы подстрелил тебя. Можешь показать нож? Конечно. Прошу, только не показывай его брату Смиту. Ему не нравится, когда мы играем оружием. Кто дал тебе его? Мексиканец. Где он? Здесь его нет. Он уехал вчера. Уехал в Мексику. Мы находимся на границе. Хочешь сказать, он ее пересек? Да, можно заключить, что твоя охота окончена. Потому что ты так сказал. У тебя нет прав за границей. Он нарушил закон моей страны. Я не о законе говорю. Когда ты пересечешь границу, ты станешь вне закона, как и он. Это имеет значение для тебя. И ты знаешь это. Это моя работа вернуть его. Этот револьвер всегда висел у тебя там. Со временем его вес меняет мужчину. Что ты знаешь о мужчинах? Не против, я возьму револьвер? Сейчас он кажется намного легче. Видел? Старая привычка. До сих пор, хотя прошло 13 лет. Когда я пришел сюда впервые, братья назвали меня брат Смит энд Уэссон. Но свой я оставил на ремне. Я бежал. Любому, кто может стрелять, как ты, не нужно бегать. Я ненавижу безумца, который у меня стал. И пока не поздно, Корбет, ты должен перестать бегать. Не думай, что это не случится с тобой, понимаешь? Да, конечно, понимаешь. Но тебе все равно. Мне жаль. Мне тоже жаль. Тебя.
Убил ребенка? Да, маленькую девочку. Сколько ей было лет? 12. Хорошая была? Это твоя сестра? Твоя кузина? Никогда не видел ее. Я не понимаю. Зачем ты преследуешь Кучилю? Ты должно быть шериф. Нет. Я не догоняю. Капитан, в моей стране каждый гражданин, который верит в правосудие, может помочь закону. Но сейчас ты в Мексике. Да, верно. Я прошу тебя помочь мне найти этого человека. Не уверен, что могу помочь. Ты даже не можешь доказать, кто ты такой. Здесь же есть телеграф, так? Свяжитесь с Сан-Антонио. Они подтвердят, кто я. Думаешь, они тебе помогут? Слушай, ты должен был слышать о Кучиле. Я знаю, что он живет в этом городе, капитан. Он сказал, что его жена работает в церкви. Хорошая шутка. Ее бы и близко не подпустили к церкви. Росита работает в борделе с 15 лет. Да, я знаю Кучиле. Знаю очень хорошо. Такой же кусок мусора, как и все, кто икшается с Куаресом. Так ты тоже его ищешь? Может, и ищу. Но я не сделаю это для тебя. Тогда я найду его сам. До свидания, капитан. Ты знаешь, сеньор, есть люди, которых ненавижу больше, чем последователей Хуареса. Я презираю американцев. Так что иди, развлекайся. Мне без разницы, кто кого убьет. Но будь осторожен. Станешь причиной неприятностей в этом городе, и я создам неприятности тебе. Я ищу жену Кучили. Ее зовут Розита. Ты Розита? Двенадцать, плата вперед. Кучилио. Ты жена Кучилио? Не напоминай мне, что я жена этой свиньи. Давно он здесь был? 3 месяца, как он забыл обо мне. Обещал остаться со мной, потом украл все, что у меня было. Забрал Мадонну. Где он сейчас? Откуда мне знать? Может, напился. Отдал все, что я заработал какой-нибудь шлюхе. Но я молюсь, чтобы он вернулся. И потом я выцарапаю ему глаза. Хорошо, успокойся. Когда я найду его, следующего раза не будет. Почему ты так говоришь? Он больше не побеспокоит тебя. Его повесят за убийство. Повесят моего мужчину? Да. Ты! Ты хочешь повесить моего мужчину? Я убью тебя, грязная сволочь! Ты защищаешь его? Насильника! Убийцу! Неужели не понимаешь? Помогите! Помогите, он вор, он не заплатил мне! Вы слышите, не дайте ему уйти! Погоди минуту! Ты никуда не пойдешь.
Я же сказал, никаких неприятностей. А ты не послушал. Похоже, у него хватит денег на всех. Сеньора! Сперва я возьму тебя. Потом тебя. И тебя. И затем тебя. Один момент. Она пойдет с нами. Если, конечно, у вас нет возражений. Нет проблем, сеньор. Я не возражаю. В конце концов, я мирный человек. Черт возьми. С каких пор человека садят в тюрьму за то, что немного выпил? Сколько у вас еще законов? Это преступление быть веселым? Преступление, если у тебя есть нож, которым ты угрожаешь полицейскому, когда он пытается предотвратить поджог дома. Нет, эти двое провоцировали меня. А чертова лампа просто выпала у меня из рук, и полицейский сам засунул мне пальцы в рот. Я просто его закрыл. Давай, заходи. Клянусь. Веди себя тихо. Надо же, какой смелый, когда между нами решетки. Трус! Нет, нет, нет! Охрана! Вернись! Что там случилось? Этот человек сумасшедший, выпусти меня! Я не хочу находиться с этим маньяком! Что он тебе сделал? Хотел убить меня! Как только ты отвернешься, он опять попытается это сделать! Лучше заткни свою пасть! Нет, я буду кричать всю ночь! Если я услышу хоть вздох, я заткну твой грязный вонючий рот. Ты меня понял? Нет. Ты трус. Я тебя не боюсь, если тебя это беспокоит. Вот причина, почему я поменял клетку. Я уже был в этой тюрьме, и в прошлый раз никто не побеспокоился обыскать меня. Почему бы тебе не пошуметь? Остановишь мой побег? Ты странный человек. На твоем месте я бы сделал это, не моргнув глазом. К счастью, в моей стране стены делают из грязи и пыли. Quanto me faltas tu, quanto me faltas tu. Da 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 Я тебя достану. Как бы быстро ты не бежал, как бы далеко не ушел. Я выслежу тебя и убью, как бешеного зверя. Зверя? Ну а ты кто такой? Хорошо, я зверь, потому что должен бежать. Ну а могу я остановиться хоть на минуту, чтобы себя оправдать?
Должно быть у тебя железные доказательства. Нет, они тебе не нужны. Они сказали тебе, что я виновен, и ты начал свою охоту. Ты и есть зверь, потому что не спрашиваешь, правда это или нет. Ну а что, если я тебе скажу, что все это ложь? Что, если скажу, что не убивал девочку? Но так вышло, что я знаю, кто это сделал. Тебя повеселило, если бы ты знал, кто настоящий убийца. Потому что после того, как ты узнаешь правду, охоту начнут на тебе. И ты поймешь, что сейчас гораздо больше веселья, нежели когда охотником был ты. Адьос, амиго. Ты никогда не поймаешь меня, амиго. Открой. Ты свободен, убирайся. Дело закрыто. Из Сан-Антонио пришла телеграмма. Подтвердили, что ты Корбет. Следи за собой, я ничего не забываю. Учили, это грязная свинья. Кому еще надо полчаса, чтобы сбежать? Теперь ты можешь продолжить охоту. Не беспокойся, тебя никто не остановит. Как я говорил... Здесь, в Мексике, американцы и псы Хуареса могут убивать друг друга с разрешения властей. Но разве это не прекрасно посетить такую свободную страну? Могу я купить это для вас? Барон, спросите его, где он пропадал. Корбет, я искал вас два дня. Нет, Брокстон, я не куплюсь на это. Послушай, когда пришла телеграмма от мексиканской полиции, я приложил большие усилия, чтобы приехать сюда лично. Я сделал это не для того, чтобы выслушивать ваши возражения, а чтобы прояснить вопрос. Вопрос о миллионе долларов, которые никогда не будут выплачены из-за этого омерзительного мексиканца. Этот мексиканец значит для меня больше, чем все ваши деньги или выборы. Но вы служите мне, Корбет. А я хочу уничтожить мексиканца. Ваше влияние касается каждого уголка штата. И все знают, что за вами стоят мои деньги. Мы в одной лодке, Корбет. Вы никогда не потонете, потому что я буду рядом. И чтобы усилить ваши позиции, нужно, чтобы вы уничтожили мексиканца. У меня свои методы, Броксон. Но ваши методы провалились. Пришло время использовать мои. Я гарантирую вам, что этот грязный мексиканец не уйдет от меня.
О, нашего вежливого владельца дома не так легко обидеть. После всего случившегося, он все еще желает участвовать в сделке железной дороги. Кроме того, он не всегда понимает наш язык. Я собрал своих людей, сеньор. Они ждут во дворе дома. Если, конечно, вы все еще уверены. Настолько же, насколько и вы уверены, что хотите войти в мой бизнес. К тому же, я понимаю, что он мексиканец, такой же, как и вы. Ну нет, он деревенщина. Слушайте сюда. Каждый из вас получит по сотне песо. Всем ясно? А тот, кто его поймает, получит 1000 песо. И запомните, Кучилья нужен мне живым. Все, что нужно сделать, это поймать его. Переверните эту страну сверху донизу. Найдите мексиканца. Ладно, приступайте. На этот раз ты надолго останешься? Не знаю. Куда пойдешь? Куда-нибудь, думаю. Знаешь, а ведь ты понятия не имеешь, что там за горами Сьерра. Большой океан. Насколько большой? Он так огромен. Ты не сможешь увидеть его границ. Как бы я хотел, чтобы ты пошла со мной. Прямо в океан? Конечно. Кто знает? Если бы ты согласилась, может, вместе мы украли бы лодку? Нет, оставьте меня! Молчи, свинья! Это он? Нет, пойдем. Это не Кучилья, дурачье. Простите, капитан Сигура. В городе начались беспорядки. Что случилось? Наемники Дона Серрано по всему городу. Они вооружены, кого-то ищут. А, Дон Серрано? Он важный человек. Землевладелец. Платит большие налоги. И заносит деньги в церковь. Что нам делать? Сделайте, как я. Идите спать. Те, кто спят, ничего не видят и не слышат. Могу я задать вам вопрос, Корбет? Когда вы убиваете человека, на что смотрите? Я задавал этот вопрос многим мужчинам, и знаете, что они отвечают? Они смотрят на руки. Я нет. Я смотрю в его глаза. Потому что за момент до того, как он потянется к револьверу, глаза выдают его. И ты всегда сможешь прочитать смерть.
Свою? Или его? Сеньор? Вы, сэр? Сколько мы еще будем оставаться в Мексике? Отец сам все может решить. Давай уедем домой. Хотите еще, сеньор? Ты уже достаточно выпил. Хотя бы сейчас, пожалуйста, прекрати, Чет. Закрой рот. Иди к чертям. Оставь меня. Что произошло? Я собираю вещи и уезжаю домой. Почему? Не могу здесь больше оставаться, только не с Четом. Выкинешь еще что-нибудь подобное, и я сверну тебе шею. Но наш брак, это не ваш брак. Это дополнение к землям Миллера, через которые пройдет моя железная дорога. Сейчас это вложение в капитал. И ты знаешь, я не хочу, чтобы кто-то касался этого капитала. Эй, ты! Да, сеньор? Нет. Все в порядке, расслабься. Не надо, не трогайте меня. Черт тебя побери. Ты тупица. Ты ничего не усвоил с первого раза? Ты хочешь все повторить еще раз? Что ты хочешь сказать? Ты знаешь, что я имею в виду. Когда ты узнал, что это был я? Слишком поздно, когда ты уже женился на моей дочери. И когда эти два рыжеволосых братца явились на вечеринку, ты притворился, будто только что их увидел. Мне известно, что вы встречались уже этой ночью. Я с ними имел такую же приятную беседу. Что они тебе сказали? Правду. Что ты напился, изнасиловал и убил девочку, а мексиканец увидел. Ты так испугался, что обвинил его во всем. Что, если братья заговорят? Не беспокойся. Они уже ничего не скажут. Спроси себя, почему потом ты их не видел? Я думал, они уехали куда-то. Они уехали. С бароном Шуленбергом. Кажется, я понял. Ты идиот. Думаешь, я сделал это для тебя? Я сделал это для моей дочери. Я сделал это потому, что не хочу, чтобы люди узнали, за какого насильника и убийцу вышла моя дочь. Сейчас остался только один свидетель. И когда завтра все закончится, мексиканец будет мертв. Я подумаю, что делать с тобой. Где он? Я не знаю. Я не видел его. Я не знаю. Я клянусь. Ты знаешь. Где он? Говори. Заткнись, сука. Говори. Нет. Свинья. Говори. Yeah.
What is it? Did they hurt you? Ты ранена? No, no. Нет. Go. Уходи. Please, Кучио. Скорее, Кучио. Yes. Run. Беги. No, no. Да. Hurry. Run. Please, hurry. Беги. Будь осторожен. Be careful. Будь осторожен. We'll be together. Мы будем вместе. Ты увидишь. Go now. Беги. Я разработал этот ремень сам. И сам собрал его. Когда понял, что в Америке в дуэли скорость гораздо важнее, чем точность стрельбы. Пойду посмотрю, оседлали ли лошадей. Солнце восходит. Напоминает большой кровавый шар. Я бы сказал, что это предзнаменование. Что выбрать? Не эти. Эти. Знаешь, одной пулей ты можешь остановить бешеного быка. Она взрывается внутри тела. Вот так. Ты, наверное, не знаешь, что охота для меня настоящая страсть после денег. Я бывал и в Африке, и в Индии, охотился на все виды животных. Однако до сих пор есть один зверь, на которого мне не приходилось охотиться. Это охота на человека. Должно быть интересно. Кажется, он скрывается в тростнике. Thank you.
случилось? Они не могут взять запах мексиканца. Ладно, оставим их и здесь. Идем дальше. Нет, если остановимся, Корбетт, мы никогда не поймаем Кучилью. Мы должны разделиться. Брокстон, вы с бароном обходите справа. Чет, ты идешь со мной. Езжайте с сеньором Брокстоном. Вперед. Дальше пойдем пешком. Кажется, ты нервничаешь. Что ты хочешь сказать? Хочу сказать, чтобы не совершал ошибок. Ты понял? Он наверху. Иди. Не двигайся. Каким же дураком я был?
Я всегда думал, что ты честный человек, американец. И сейчас я вижу, как ошибался. Ты убьешь меня, чтобы скрыть правду? Давай. Ты знаешь, о чем я говорю. Да. Сейчас знаю. Брось винтовку. Нет. Нож. Что здесь произошло? Ты не слепой. Хорошо, убей его. Спусти курок. Убей его. Я мог убить его несколько раз, Брокстон. Но это будет неправильно. И когда ты решил лично сам разобраться с этим, я знал, что это неправильно. Ты думал, что я сначала выстрелю, а потом подумаю? Это была твоя ошибка. Ладно. Ты слишком умен для сенатора. Барон, он ваш.
Брокстон. Брокстон. Здесь есть пуля для тебя. Веселье закончено, Брокстон. Идем. Ничего не закончилось, Корбет. Сейчас я на высоте. Ты не сможешь достать меня здесь. Было достаточно крови, мистер Корбет. Его путешествие окончено. Уходим! Прощай, Янки. Я пойду в эту сторону. Я пойду на север. Кучирио. Не надо слов, амиго. Прощай! Ты никогда бы не поймал меня! Никогда! Никогда!